Пока что я буду ассистентом. Никаких других ассистентов нет. Значит, Ив Сен-Лоран мы смотрим. Здесь, как я понимаю, вся декоративная косметика. Это тональные основы вот таких цветов, видите, очень-очень разные. Вот, кстати, если кто не пробовал вот эти тональные основы, вот такого типа, они... Ну, кто, это, кстати, такой же вариант. Очень хорошего качества. Текстура очень хорошего качества. И они долго держатся, не сползают с кожи. Приятная текстура. Хорошо выглядят. Что-то не вижу у них большого выбора. Вот румянки такие. Кстати, хорошие цвета. Мне нравится вот этот ярко-розовый. Это их тени, палетки такие. А ну-ка потрогаем. А, нельзя потрогать, здесь пластик. Закрыли. Боже мой, до чего докатились. Красивое оформление помад, конечно. Очень. Посмотрите. Красивое оформление помад. И вот такие вот цвета. А вот еще очень много цветов. О, какая гамма. Большая. Но это уже не помада, наверное, это скорее всего как блеск. Мне всегда очень нравится смотреть, какие рекламы. Красиво. Правда, маленький телевизор, но все же. Так. Это подарочные наборы. Парфюмерия, кстати, хорошая. Это же их новинка, насколько я знаю. Важные такие наборы. Ну вот то, что на картинках, это содержимое этих подарков. Yeah,
конечно, тут все очень красиво, эти ленточки, эти праздничные ленточки. Боже, как это восторгает. Ну,